7 ноября в спорткомплексе «Арена Истра» прошел турнир по кикбоксингу, посвященный 85-летию Московской области. Сюда съехали спортсмены Подмосковья, Москвы и Твери. Наш район на соревнованиях представляла делегация клуба «Профиспорт». По инициативе дедовчан и при поддержке администрации Истринского района турнир и состоялся. На самом деле хочется, чтобы кикбоксинг был развит не только в Дедовске, но во всем Истринском районе, да, чтобы ребята занимались со всего Истринского района, да. А, ну, Дедовск, наверное, это как такой центр кикбоксинга, да, что на самом деле очень приятно. Вот у нас сегодня 4 парня из клуба боксировали, и все они четверо победили, да. Я очень доволен результатом. Многие кикбоксеры встречаются на ринге регулярно, причем не только на региональных, но и на всероссийских соревнованиях. Турнир в Истре для многих входит в программу подготовки к боям следующего уровня. Я сейчас наблюдаю за спортсменами, ребята показывают высокий уровень мастерства, потому что они знают, что после этих соревнований будет ступенька еще выше. Это Кубок России, который пройдет в городе Грозном Чеченской Республики, и также международный турнир Кубок Петра, который будет в Санкт-Петербурге. Кульминацией турнира стал финальный бой профессионалов. За пояс чемпиона Московской области в весе до 75 килограммов боролись москвич Илья Топчин и Егор Казанцев из Высоковска. В одном из раундов Топчину потребовалась помощь врачей, была травмирована рука. Однако спортсмен из Москвы не только довел бой до конца, но и победил. На самом деле рука просто онемела. Я думаю, уже сняться, как бы бой. Ну, да, титул, да, как бы престиж. И все-таки готовился. С другой стороны, думаю, здоровье важнее, как бы. И уж остановиться. Потом все-таки возник момент такой, что раз вышел на ринг, надо драться до конца. Сразу после интервью чемпион снова обратился за помощью к врачам. Зрителям и спортсменам мероприятие пришлось по душе. Так что организаторы намерены сделать турнир традиционным. Андрей Корнилов, Эля Юдит, Истранет ТВ.